Служу отечеству. Наградить медалью за боевые заслуги младшего лейтенанта медицинской службы Гаджиеву Арзу Низами Кызы. Медалью за боевые заслуги. Скажите, приятно было, что сегодня глава приехал, отметил очень вашу работу? Приятно. Вообще, пришло понимание того, что мы не забыты, что нас помнят, нас уважают, нас ценят. Потому что зачастую считают, что медики, мы ж не боевые подразделения, там ребята, они впереди, а мы где-то сзади. Но несмотря на это, мы тоже получаем, бывает периодически, вот. Тоже очень страшно, и спасти жизнь человеку, оказать правильную помощь до врачебную, это тяжело.